Баскетбольный мяч в руках юного спортсмена будто почти ничего не весит. Павел Махетов уверен, виртуозные финты пригодятся в игре. Этим видом спорта увлекся с первого класса. По-другому и быть не могло, ведь он из династии баскетболистов. Я занимаюсь баскетболом с детства, хочу продолжить свою карьеру и в дальнейшем. Буду продолжать и стараться. Команда, в которой играет Павел, перспективная. На их счету немало побед. Забить трехочковый получается у каждого второго. На новой баскетбольной площадке занимаются не только профессионалы, но и любители. В этот день погода способствовала и настраивала на отличную игру. Знаменитый спортсмен Шакил О'Нил за свою баскетбольную карьеру набрал более 30 тысяч очков, но лишь раз ему удалось забить трехочковый. На этом мастер-классе попробую и я. Чуть-чуть не считается, когда идет настоящая игра. Ребятам удалось услышать из первых уст о ярких моментах матча, поговорить о знаменитых спортсменах с игроком Американской национальной баскетбольной лиги Тимофеем Мозговым. Баскетболист уверен, такие дружеские встречи помогают юным спортсменам еще больше полюбить игру. Может быть, мне не повезло, но я думаю, что просто никто такими вещами не занимался. То есть мы смотрели на ребят, кто играет там в ЦСКА, тогда Спартак еще питерский был. Мне бы дико хотелось, чтобы кто-то приехал и со мной пообщался, и я бы понимал, что все не за горами. Получить похвалу от известного спортсмена бесценно, а если еще закрепить это заветным автографом на мяче, футболке или фотографии, вдвойне. Возможно, росчерком пера баскетболист Тимофей Мозгов дал проходной билет в большой спорт одинцовским ребятам. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».